Ланчин на этом турнире пропустил меньше всех. Пока. Вот момент. Тут же у португальцев Павла Баженова. Похвалим. Да, похвалим. Шавьер. Шавьер на Филиппе. Ух ты! Перекладина. Шавьер, добивание выше. Хорошая атака и два подряд удара. Ну, особенно, конечно, удар Филиппе. Да, смотрим на повторе. Вкусный момент. Очень здорово пробил. И здесь Баженов был бессилен. Причем Земсков пытался помешать нанести удар, да, но все равно. Правильно, Федор. Ну, в общем, ничего не нагнетаем. Это так оно и есть. Джордан, здорово, на Котова! Гол Юрий Котов! Молодец, Юра! Еще не раз, потеряй его посмотрим. И не сломай. Да, ну вот его потеряли. Его потеряли португальцы. Первый и... мяч Юра Кота в этом турнире, и какой важный. И голевую передачу, конечно. Джордан, левая нога, удар, и 1-1. Ну, роскошно разыграли, просто роскошно. Раскин выбросился на соперника, но вот его достаточно легко отыграли. И мы видим вот на примере этой атаки, насколько высоко индивидуальное мастерство футболистов Праги, насколько классная команда. Ну и Земсков, конечно, немножко не добежал за Джорданом. Здесь явно не успел, да, и не стал фалить, уже было бесполезно. Джордан Сантос выйдет в полуфинал с первого места. Ничья 1-1, пока и Спартак был близок к тому, чтобы забить второй сразу. Вот это начало второго тайма, да, это Джордан сотрясает штангу. Да, очень простая такая комбинация. Вот начиная с Раскина, потом Паулиньо, Джордан и Юрий Котов забил, а вот сейчас Джордан бил сам. Удар и мяч в воротах. И мяч в воротах, Андре. Быстро Брага забила сразу после перерыва. Хороший плотный удар с левой ноги и голевая передача по Диле. Здорово принимает мяч вторым касанием в дальний угол внизу. Раз и отскок. Небольшой рикошет. Был рикошет. И Брага Спартак. Лео Мартинш. Удар дали угол. И вот, пожалуйста. Лео Мартинш пробил. В его активе есть сегодня голевая передача. Сейчас мог забить сам. Макаревич. Дальний удар, великолепно! Айда Макаревич, джипл по Диле. Конечно, коснулся. Вот смотрим на повторе. Очень здорово мяч нырял, плевал прямо под перекладину, опускался. Джордан, удар! И снова спасение по Диле. Да, во как же хорош по Диле. Успеет ли Спартак подать? Я думаю, что нет. Во втором периоде только один мяч. Секунды до перерыва. 0,2 секунды. Ленка. Далеко бросает Макаревич. О, гол! Браво! Гол! Земсков! Эдемира в Парагвае. И здесь забивает мяч. Красиво. В одно касание головой. Еще раз смотрим. Федор Земсков переиграл здесь всю оборону Браги. Двое защитников рядом. Вратарь на линии. И все равно гол. Паулиньо, как обычно, наиболее бурная реакция среди всех спартаковцев. Но настоящий. Макаревич. Ой-ой-ой! Павленко! А говорят, что умный, техничный. Макаров. Удар! Гол! Без шансов. Без шансов для Падили. Да, такие не берутся. Падили, собственно, по сути, не среагировал. Так взглядом проводил мяч. В верхний угол. Мощный удар. Смотрим еще один повтор. Ну, просто здорово. Три мяча, которые Спартак забил вот в этом периоде, они все один краше другого. Но я согласен с тобой, что и Макаревич среагировал на вот эту отпинку назад. Джордан. Джордан, гол! Пожалуйста! Гол! 5-2. Ну что, самбо? Зубы принимает мяч и в касание. Внутренний сторон стапа. Посмотри, как здорово. Посмотрел и удар. Итак, Джордан 5-2 в пользу Спартака. И Макаревич хорош. Да, Макаревич вошел в игру. Оба эпизода он очень смело сыграл. И сейчас вот... Бленко у мяча. Земского. Отличный пас. Бисиклета. Гол! Федор Земсков. Его второй гол в сегодняшнем матче. И седьмой. Очень приличный козырь, но передача Павленко очень удобной была. Земсков сложился
Великолепно! Это «Спартак». «Спартак» не умеет забивать некрасиво. И все под композицию. Посмотрим, что будет на сей раз. Макаревич, какой удар, а, опасный. Если бы еще Макаревич забил, я думаю, это полное лукошко счастья было бы. Но вообще Макаревич очень удачно вошел в игру. В сложную сторону, но ноги оставил опять в очередной раз и отразил ногой. Это гол, 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 гол. Лео Мартинс чуть-чуть подсократил разницу в счете, как только я хотел сказать. Лео Мартинс сегодня 2 очка набрал по системе «Гол плюс пас». Он голевую передачу отдал на Джордана Сантоса в первом периоде. Вот сейчас сам забил. Вот если бы, конечно, здесь Лео не успел на... Что, в третий раз получится? Нет. Нет. И... О! Но это мастер Бруно Шавьер. Что же здесь делать? Что здесь сказать? И, можно сказать, в полете, да? Вторым касанием, ну, хай-класс. Да,